Когда я переезжала в Марнас, я представляла себе идеальную тихую жизнь вдали от города. Новая стрижка, новая жизнь. Но я сильно ошибалась. Убью! Ты говорил, что умеешь! Козёл! Давай сбривай все остальное. Я попросил меня побрить, чтобы быть как рэпер ЗМ. Как Эхнатон? Главная сила ума. Давайте, давайте! Зацени, Хитмен! Привет. Слушай, они подумали, что у меня рак. Да не. Давай создадим фонд. Чё? Заработаем на этом. Купим 5-ю PlayStation. Прошу, моя судьба в ваших руках. Это полный кринж. Патрик, один раз живем. Оказывается, рак капец как прибыльно. Но ты все равно герой. Мы решили тебя поддержать. Чё вы тут, шпилитесь? Лысые заставляют всех бриться. Это секта какая-то. Скоро все накроется. Фигня. Позвоню твоей матери. Это что за бардак? Если выживу, прибью. Уильям! Ты не думал, что это может кончиться плохо? Я тебя не узнаю. Да ты вообще меня не знаешь. Ты самовлюбленный эгоист и жлоб. Больной, что ли? Все хорошо. А бояться – это нормально. Мы должны прощать друг друга, если не хотим жить как дикари. Мы понимаем. Он взял и скачал все из Википедии. Нет, это из книги.